Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов проинспектировал ход капитального ремонта многоквартирного дома номер 6 по улице Маковского в Одинцове. Сейчас на объекте ведутся работы по установке утепленного фасада по технологии «Термоленд». Подрядчик приступает к финальной стадии, ремонт выполнен уже более чем на 60%. Завершение всего комплекса работ по данному дому намечено на середину октября.